Меня попросили поделиться своим видением метавселенной, но я с сожалением вынужден сообщить тебе, что метавселенная мертва, или, по крайней мере, люди хотят в это верить, но они ошибаются. Метавселенная приближается, это похоже на злодея. Это неизбежно, я тоже неизбежен. Если ты находишься в этой комнате, то, скорее всего, тебя не нужно долго убеждать в этом, но большинство людей скептически относятся к идее существования метавселенной, если не прямо сопротивляются ей. Я предпочитаю реальный мир. Кому нужен компьютер, прикрепленный к лицу? Мы и так потребляем слишком много информации. Я не хочу жить в искусственном мире. Марка Цукерберга без ног, они фокусируются на негативных аспектах метавселенной, и, похоже, они вызваны термином «метавселенные». Что с этим не так? Почему идеями эта вселенной так сильно пугает людей? Так вот, отчасти это можно объяснить тем, что мета и Марк Цукерберг совместно использовали этот термин при ребрендинге компании, но я думаю, что дело не только в этом. Мне очень нравится цитата Абхишека Шуклы на веб-сайте конференции «Это вселенная». Это не просто виртуальный побег, а врата в новую реальность, где возможности ограничены только нашим воображением. Это новая реальность. Люди не хотят, чтобы кто-то вмешивался в их реальность. Реальность — это то, что определяет наше существование. Это создает комфорт и безопасность. Когда мы знаем, что можем отличить реальное от воображаемого, я могу понять, как мысли другой реальности, может вызывать у людей дискомфорт. Альтернативная реальность — это то, о чем снимают фильмы. А что такое реальность? Философы спорили об этом. Тысячи лет для меня — это сумма нашего человеческого опыта, что мы прочитали, чему научились, о чем подумали, что увидели все, что мы пережили вплетено, в ткань, которую мы считаем реальностью, и у каждого из нас есть своя собственная версия реальности, за которую мы цепляемся. Духовный наставник Талтиков. Дон Мигель Руис написал в своей книге «Четыре соглашения». «Ты живешь в мире иллюзий, он создан из образов света виртуальной реальности», то, что предлагает Руис, и что подтверждает нейробиология, заключается в том, что хотя мы верим, что то, что мы видим в мире, реально это конструкция нашего разума. Следовательно, виртуальная реальность, когда мы видим дерево, действительно ли мы видим дерево, или мы видим свет, отражающийся от дерева. Ученым известно, что хрусталик нашего глаза отражает этот свет на сетчатку в перевернутом виде, и наш мозг знает, как правильно расшифровывать электрические сигналы, поступающие сетчатки. Это называется восприятие. Даже если мы видим все вверх ногами, мы воспринимаем все правильно. Значит, то, что мы слышим, видим, осязаем. Это всего лишь наше восприятие энергии, наши глаза. Воспринимают отражение света, физической материи, наши зрительные кора интерпретируют это в виде образов. Наши барабанные перепонки воспринимают колебания воздуха как волны энергии и посылают их в височные доли. Это создает ощущение звука, наша кожа передает электрические сигналы в ствол мозга и таламус, создавая ощущение прикосновений. Вся наша реальность, весь наш опыт — это наше восприятие этой энергии. Это означает, что все мы живем в своем собственном уникальном восприятии реальности. Но на самом деле мы верим не в это. Не так ли мы верим, что все мы живем в общей реальности? Кто-то один правит ими. Именно это ощущение, что существует только одна реальность, может вызывать у людей такое дискомфорт. При восприятии концепции «это вселенной» или какой-то новой реальности нашей, идентичность, наше ощущение того, кто мы есть, связано с нашим восприятием и нашей верой, то, что существует только одна реальность. И когда ты с этим связываешься, люди просто обязаны немного взбеситься. И когда эта новая реальность угрожает превратить тебя в мультяшного персонажа и лишить ног, ты понимаешь, почему люди могут отвергнуть это. И когда она потенциально изобилует нарушениями конфиденциальности, кражи личных данных, мошенничеством, жестоким обращением, домогательствами, искусственным интеллектом и ботами, и несмотря на все страшные вещи, люди будут бороться за то, чтобы держаться за свою нынешнюю реальность, какой бы хреновой она была, возможно. Так оно и есть. А что говорят о дьяволе, которого ты знаешь? Так как же нам говорить об этой вселенной, не пугая людей, чтобы мы действительно могли работать вместе над созданием этой новой реальности, наполненной возможностей? И так, давайте обсудим, что же такое эта вселенная. Но давайте поговорим об этом с практической точки зрения. Сначала давайте посмотрим, чем она не является. Речь идет, не является. А Web3, блокчейне или децентрализации, тебе не нужно ничего из этого. Чтобы построить метавселенную, я знаю, что об этих вещах много говорят, возможно, на этой конференции, и я этого. Чтобы построить метавселенную, я знаю, что об этих вещах много говорят, возможно, на этой конференции, и я не хочу разубеждать тебя в этом. Все эти инструменты могут стать частью набора инструментов в метавселенной, а могут
могут и не стать, и нам нужны новые инструменты для создания чего-то столь же радикального, как метавселенная — еще один набор инструментов и технологий, которые абсолютно необходимы для метавселенной — это гарнитуры виртуальной реальности, а в будущем — и очки дополненной реальности. Но до этого еще может пройти 5 или 10 лет. Нам нужны эти наушники, чтобы почувствовать себя в метале вселенной, потому что виртуальная реальность — это интерфейс для метавселенной. Сейчас рынок виртуальной реальности развивается медленно, и для тех из нас, кто работает на рынке, это может показаться ледяным. Люди постоянно спрашивают меня, почему рынок не растет быстрее, и мой ответ всегда сводился к трениям. Использовать виртуальную реальность слишком сложно, пользовательский опыт просто. Отстой от настройки оборудования до навигации по мнению и приложениям — все это слишком сложно. Я прожил большую часть компьютерной и видел, как на каждом этапе развития именно инновации в области пользовательского опыта выводит рынок на новый уровень, и все они похожи, работают в одной компании. Это Apple, и ты поймешь, почему 1984 год не будет похож на 1984 старших классов. Я впервые использовал компьютеры Apple II и в 1981 году запрограммировал текстовые приключенческую игру на монохромном экране. Мой учитель поставил мне за это 99 баллов, потому что он не верил, что что-то может быть идеальным в своем первом бизнесе. Я использовал бухгалтерскую книгу «Карандаш» и калькулятор с 10 клавишами для составления электронных таблиц. А затем я печатал отчеты на пишущей машинке IBM Select, где мне приходилось использовать так называемую «живую бумагу» в маленькой баночке. Чтобы исправить свои многочисленные опечатки, вот сколько мне лет, я смотрел по телевизору «Суперкубок» в 1984 году, когда компания Apple разрушила все, выпустив компьютер мой, Macintosh, и представив миру компьютерную мышь. Я купил Apple Maps, как только смог себе его позволить, и создал клиентскую базу данных с помощью программы Filer Pro, чтобы отслеживать все мои контакты, чтобы я мог, наконец, выбросить свою коробку из-под обуви, полную карточек с именами телефонами на них. Написано цифры, я также избавился от своей пишущей машинки. Калькулятор с 10 клавишами Apple и Mouse Kick положили начало компьютерной революции. В 2001 году я работал в компании, занимающейся цифровой музыкой, и мы создали программное обеспечение под названием Report, которое использовалось для большинства MP3-плееров на рынке. Затем Стив Джобс представил iPod с колесиком для нажатия клавиш. Джобс пообещал, что тысячи песен будет у нас в кармане, и уничтожил MP3-плеер, как и мы его знали. Он положил начало революции в цифровой музыке. Затем 6 лет спустя, 29 июня 2007 года, Стив Джобс вышел на сцену на конференции Macwell в Сан-Франциско, примерно в 6 кварталах от того места, где он работал. Я работал над созданием первой домашней мультимедийной сети с сенсорным экраном. Джобс познакомил нас с новым компьютерным интерфейсом, который изменит все на iPhone. Появился сенсорный экран с функцией молчать, включающий функцию пить чай и масштабирование. Apple положила начало революции в области смартфона. Я побывал на каждом рынке, на который выходила Apple, и в конечном итоге произвел революцию за последние 2 десятилетия. На каждом этапе они переосмысливали рынок, на котором я работал, используя новый способ взаимодействия с технологиями, который делал это проще мышь колесика для нажатия сенсорный экран. А 5 июня этого года Apple представила Vision Pro, и я понял, что они сделали это снова. Еще кое-что, этот день готовился годами. Представляем вам Apple Vision Pro. Компания Apple учит всю индустрию XR взаимодействовать с трехмерным цифровым миром. Это метаметавселенная. Но это не новое устройство, которое изменит ситуацию к лучшему. Это не контроллер, не волшебная палочка, не перчатка и даже не сама гарнитура. Это то, с чем большинство из нас рождается и, вероятно, воспринимает как долг. Мы будем использовать наш голос, наши глаза и наши руки для взаимодействия с метавселенной. Именно так мы общаемся. Голос, глаза, руки впервые в истории компьютерной технологии станут более естественными. Именно поэтому даже технические скептики такие, как Маркус Браунли, описывают использование Vision Pro как волшебство, и точно так же, как мышь и сенсорный экран, любой другой производитель будет копировать его Samsung, Google, и Qualcomm уже отложили анонс своих новых гарнитур, чтобы вернуться к чертежам
платежной доске и разработать конкурентоспособный продукт, который в конечном итоге снизит цены и расширит доступ для всех. Этот новый пользовательский интерфейс позволит виртуальной реальности стремительно развиваться в ближайшие 5-10 лет, потому что в нем будет ощущаться человек. Это не произойдет. В одночасье потребуется несколько итераций, прежде чем цены снизятся и набор функций станет подходящим, но конец уже близок. Ошеломляющее количество новых технологий и инструментов не только от Apple, но и от Meta, Qualcomm, Unity, Unreal, Google и сотен, если не тысяч более мелких компаний, компании необходим для существования метавселенной. Но технология должна быть невидимой. Это должно отойти на второй план. Легенда научной фантастики. Артур Кларк сказал, что любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. Apple делает интерфейс для взаимодействия с метавселенной похожим на волшебство. И есть еще одна вещь, которую они встроили в Vision Pro, которая облегчит людям погружение в воду метавселенной — это переключатель реальности. Apple добавила к гарнитуре ручку, подобную той, что есть на их Apple Watch, которая позволяет пользователям набирать нужный номер смешения реальности. Скажи, что ты хочешь оставаться в этой реальности, перезвони назад, ты хочешь полностью погрузиться в метавселенную, перезвони вперед. Apple понимает, что нельзя просто запихнуть всех в глубокий конец бассейна, не научив их плавать. Вот почему они ни разу не упомянули виртуальную реальность или это вселенную в своем виде. Видеоролики запуски. Но поверь мне, Apple понимает, что такое. Это вселенная. Даже если они откажутся использовать термин «пространственный», вычисления... Не обманывайся, Apple Vision Pro. Это гарнитура виртуальной реальности, и Vision Pro показывает нам, как взаимодействовать с метавселенной. Так что же такое эта вселенная? Метавселенная — это не инструмент, это не технология метавселенная, это опыт. Речь идет о том, как люди воспринимают цифровые технологии более естественно. В трех измерениях мы воспринимаем природу именно так, цель — это вселенная. Сделать компьютерные технологии более человечными. Речь идет о том, чтобы объединить цифровое и физическое и объединить все это в единое целое, где перемещение между физическим и цифровым мирами кажется естественным. Это не страшно и не разрушительно со временем. Цифровые технологии станут казаться такими же реальными, как и физические младшие поколения уже понимают. Это для них виртуальные или реальные, это одно и то же. Давай посмотрим, что скажет. По этому поводу Киану Ривз. Я не знаю. Я просто ужинал в гостях у друга, у этого режиссера, у него было несколько детей, и среди них были 13-летние. 15-летние и 17-летние, и они не видели фильм «Матрица». И вот режиссер такой, почему бы тебе просто не рассказать им, о чем идет речь, и я начинаю говорить. Но есть один парень, который находится в своего рода виртуальном мире, и он узнает, что существует реальный мир. И он действительно задается вопросом, что реально, а что нет, и он действительно хочет знать, что реально. А молодая девушка спросила, почему. А я спросил, что ты имеешь в виду. Она сказала, какая разница, реально ли это. А я сказал, что тебе все равно, реально ли это? А она сказала нет. Ну разве это не дико, это потрясающе? Но как нам заставить остальной мир понять, что это новая реальность, эта вселенная может быть для них? Вот тут-то и пригодится приложение «Убийца». Когда в начале 80-х годов впервые появились персональные компьютеры, люди постоянно спрашивали, зачем вам нужен ПК, звучит знакомо. У большинства людей, таких как я, были пишущие машинки и калькуляторы, а у нас были игровые залы, куда мы могли пойти, если хотели поиграть в видео игры, но потом появился интернет, а вместе с ним и электронная почта. Электронная почта была первым убойным приложением эпохи ПК. Это мгновенное письменное сообщение, больше никакой обычной почты. Компания AOL создала дофаминовый хит 1990-х годов. Сегодня ежедневно поступает более 300 миллиардов электронных писем электронная почта. Изменила способ нашего общения и, по словам одного из ведущих экспертов в области дополненной альтернативной коммуникации доктора Дженнис Лайт, общение — это суть человеческой жизни. Речь идет о том, чтобы прикасаться к другим людям и чтобы другие касались нашей жизни. Я помню, как сидел в своем офисе компании цифровых медведей и Какаст в Сан-Франциско у нас было. Открытый офис, никаких дверей и стен кабинетов, люди, которые сидели в нескольких футах от меня и могли меня хорошо видеть. Вместо того, чтобы подойти и заговорить со мной, отправляли мне электронное письмо, чтобы задать вопрос. Затем Блэк передал нам возможность отправлять электронную почту,
работу отдельно, а компьютера с помощью крошечных клавиатур, которые заставляли нас набирать более короткие сообщения, а затем смартфоны упростили отправку текстовых сообщений, а затем технологические компании дали нам Slack, Messenger, WhatsApp и LinkedIn, и я даже не могу вспомнить все различные платформы, на которых мы работаем, постоянно набираем друг другу короткие сообщения в течение всего дня, никаких нюансов, никаких чувств, никакой души, только характеры. Наше общение стало более частым, но более фрагментарным и менее осмысленным. Нам не нужно заглядывать дальше. Twitter или X, как его теперь называют, где мы отправляем 500 000 000 сообщений в день, каждый из которых ограничено 280 символами. Именно поэтому Twitter совсем недавно был признан самым токсичным из всех социальных приложений. Как можно эффективно донести законченную мысль в Твиттере, мы никогда еще не были так разобщены, как сейчас, когда у нас есть больше возможностей для общения, потому что наши коммуникации быстрее безупречны. Это поможет нам снова быть вместе, и чтобы исцелить наше общество, нам нужно улучшить коммуникацию. Ключ к успеху в виртуальном телеприсутствии. Телеприсутствие станет самым популярным приложением в метавселенной. Впервые я испытал виртуальное телеприсутствие в приложении под названием Spatial, и даже с моим дерьмовым, свободно плавающим аватаром. Я был потрясен тем, насколько настоящим я себя чувствовал вместе с другими людьми в комнате, способность подавлять недоверие. После того, как мы на некоторое время погрузились в виртуальную реальность, просто замечательно. Впервые я осознал, что виртуальное может ощущать как реальное, когда попробовал Zero Latency VR-приложение для свободного передвижения, разработанное стартапом в Мельбурне, Австралия. В 2015 году я надел рюкзак с ПК и гарнитуру, а Такалос мне вручили винтовку, и я прошелся по выставочному залу, стреляя в инопланетных насекомых, пробираясь по лабиринту коридоров космической станции, и внезапно мне пришлось карабкаться по каменному мосту, подвешенному над лужей расплавленной лавы. И я замер, мои ноги не слушались, и мое подсознание сказала: «Ни за что на свете, ты не полезешь по этим камням». Сейчас мое сознание было занято тем, что высмеивало меня, говоря: «Не глупи, ты идешь по ровному бетонному полу на торговой выставке». В конце концов, два моих разума нашли компромисс, и я переступил с ноги на ногу, как будто кто-то завязал мне шнурки год спустя. Это повторилось снова. Однажды я играл в какую-то игру и облокотился на ящик. Его там не было, и я упал на пол ящика. Возможно, и не был настоящим, но пол был настоящим. Если говорить о глубоком погружении, то я чуть не сломал себе руку, и не забывай, что оба этих опыта были в видеоиграх с очень низким качеством воспроизведения. В них не было ничего фотореалистичного, они не были отрисованы. В Unreal 5.2 это было почти 8 лет назад, и только в прошлом месяце под костер Лекс Фридман провел часовой интервью с Марком Цукербергом. Они были в виртуальной реальности, используя то, что мы это называем кодиком аватаров Лексу. Трудно подобрать слова, чтобы описать то, что он испытывает, потому что это кажется таким реальным, и это немного выводит его из себя, потому что именно это происходит, когда ты вмешиваешься в чью-то реальность дорогостоящего сканирующего оборудования, и компания Meta уже работает над переносом этого на мобильный телефон. В течение следующих нескольких лет создание таких аватаров перейдет от централизованных центров сканирования, куда вам придется лететь, таким, где у каждого будет такой аватар в кармане. В течение 5 лет у нас должны появиться доступные по цене, удобные гарнитуры смешанной реальности, реалистичные аватары с котиком и возможность находиться в центре внимания в одной комнате, почти с кем угодно, где угодно и когда угодно. Мне не нужно будет записывать виртуальные лейтмотивы, потому что я просто надену наушники. Именно поэтому все захотят оказаться в виртуальной реальности, потому что общение — это суть человеческой жизни, и все мы жаждем общения, и мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо. Недавние исследования показывают, что социальное отчуждение и изоляция активизируют все эти вызывающие физическую боль в мозге. Другие исследования показали, что одиночество сокращает продолжительность нашей жизни. Главный хирург Соединенных Штатов назвал одиночество изоляцию и социальную разобщенность эпидемией. И в этом году, но за последние десятилетия, процент людей, которые хотят гулять по выходным, снизился с 37 до 53% людей, предпочли бы
остаться дома виртуально. Телеприсутствие может помочь нам восстановить связь друг с другом, не заставляя никого надевать штаны и выходить на улицу. Крис Милк, директор по виртуальной реальности, назвал виртуальную реальность механизмом патии из-за ее способности связывать людей друг с другом посредством обмена опытом, и все мы знаем, что миру сейчас может понадобиться больше эмпатии, виртуальное теле. Присутствие — ключ к этой связи. Есть ли переживанию креативные разработчики? Надею, некоторые из вас, присутствующих сегодня в этом зале, создадут всевозможные способы совместной работы людей в виртуальной реальности мини-гольф-волкобал. Отличный пример игры, в которой люди могут собираться вместе и общаться в видеоигры, книжные клубы, вечеринки с просмотром фильмов, покер и карточные игры. Надеюсь, некоторые из вас, присутствующих сегодня в этом зале, создадут всевозможные способы совместной работы людей в виртуальной реальности мини-гольф «Волкобал». Отличный пример игры, в которой люди могут собираться вместе и общаться, видеоигры, книжные клубы, вечеринки с просмотром фильмов, покер и карточные игры, настольные игры, как ни назови, это обязательно произойдет коворкинг, пространства будут повсюду, и вместо того, чтобы собираться по географическому признаку, мы сможем работать с людьми, у которых есть общие интересы, большая часть нашей работы и игр будет проходить в виртуальной реальности. Для нашего сознания это будет похоже на транспортеры звездного пути. Скотти, останови его в доме моей мамы, мы сможем отправлять наши сознания в любую точку, о которой мечтаем, в новую реальность, где возможно все. Мы можем телепортироваться туда, куда захотим, чтобы быть с тем, с кем захотим. Ты думаешь, видео с кошками вызывают привыкание. Ты еще ничего не видел. Люди не смогут насытиться, поскольку инструменты и технологии продолжают развиваться в какой-то момент. Все эти впечатления начнут связываться друг с другом. Это может занять еще десятилетия. Но поскольку мы проводим все больше и больше времени, делая все больше вещей в виртуальной реальности, однажды мы проснемся и скажем: «Черт, я в метавселенной, и это будет не это». Вселенная Марка Цукерберга или Тима Кука — это не то, что кто-то собирается создавать, это то, что собираются создавать. Все это будет твоя метавселенная. Это будет наша метавселенная до тех пор, пока мы верим, что можем построить новую реальность. Возможности, которые ограничены только нашим воображением, мне не терпится увидеть, что ты построишь.